Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! Всем привет, всем привет! Сегодня мы поиграем с вами в симулятор автомобиля 2. Как видите, моя BMW сломалась, я врезался в дерево, и теперь она не едет. Я позвонил своему папе, и он разрешил купить любую машину до 1 миллиона рублей. Поэтому, если вы хотите попасть в ролик, обязательно. Вот видите светофор, он сейчас не горит. Это все верно. Потому что если вы хотите попасть в ролик, нужно дождаться, когда светофор загорится зеленым. То есть, для этого нужно найти кодовое слово в ролике и написать его. И написать. Кодовое слово может быть везде, поэтому нужно смотреть ролик до конца. Если вы тут впервые, подписывайтесь на канал, потому что 50% моих роликов смотрят без подписки. Поэтому подписывайся прямо сейчас, вступай в нашу дружную команду подписчиков. В общем, вот так вот, как бы, да. И пиши комментарий, и подписывайся. И обязательно лайк, поэтому без него никак. Как видите, светофоры не горят. В общем-то, что? Я вставлю в ролик абсолютно каждого. Без проблем. В общем-то, что? Сегодня батя мне сказал, что можно купить любую тачку, которая есть в этом автосервисе, но до 1 миллиона рублей. Добрый день, здравствуйте, здравствуйте. И говорит, бери любую, что хочешь, когда хочешь, но до ляма. Тут у нас есть такой Porsche Cayenne, но он скорее под Яндекс.Такси, желтый цвет. Мне не особо всегда нравились Porsche, меня всегда от них тошнило. Не знаю, не люблю. Volkswagen у меня уже был. Что у вас еще есть интересного? Она говорит, что у нас нет ничего интересного. Ладно, придется самому смотреть. У них тут есть Camry. Но Камри все уже знают, кто этот знают. Солярис у них есть. Солярисы, честно говоря, я тоже не люблю, потому что у них очень плохая коробка передач. Она может тупить и на дороге может куда-нибудь завести в другое место. Не. Что у них дальше есть? У них есть Легионер. Это какой-то Рено Логан, что ли, новый? Или какой-то Кио Рио? Что-то я не могу понять, что это. Ну, в общем-то, тоже, в принципе, тачка-то нормальная, но она очень такая бюджетненькая. Да еще и на механике, что ли, да? Фу, да я на механику не сяду, не знаю. Не хочу посмотреть салон. Да у нее салон, тем более, белый. Коврики какие-то странные. Не, блин. Ну, вроде тачка нормальная, но, блин, что-то с ней не то. Она мне не нравится особо. BMW у меня уже есть, она вон разбитая стоит возле магазина, как бы, куда уже без нее. А вот он, самый простенький Рено Логан. Блин, вообще сколько он стоит? Он стоит 50 тысяч. У него хотя бы двери все открываются, интересно. У него задние двери не открываются. Кек! И как на ней ездить, если у него задние двери не открываются просто? А этот работает? Работает, только тут какая-то дырка прям. Там даже колпачка нет, куда бензин заливать. А если он выльется по дороге так? Ну, багажник у него большой, блин, но... Честно сказать, машина какая-то не очень. Руль хотя у него классный, большой. Как будто телефон перевернутый. Странно, такая, я такую машину впервые в жизни вижу. Не знаю. Рено Логан, ну такой себе. Би-би-би-би-би-би-би. Блин, не знаю. Что бы выбрать? Солярис не хочу, Порш не хочу. Что же выбрать? Блин. Спринтер. Так это еще универсал. Ну кому он? Блин, я не хочу универсал, честно. Вот что-что, универсалы мне не нравятся. Поэтому я не смотрю ни на гольф. Я вот все-таки думаю, а может быть Мерседес взять? А чё, кстати-ка-то, нормальная, и стоит она недорого, всего лишь-то 300 тысяч рублей. Да неплохая, кстати, неплохая. Да я вот так смотрю, что у нее тут и двери такие большие, поворотники клевые мигающие прям. А сзади-то сколько места, там столько девчонок поместится. Да я ж смогу с девчонками отдыхать, тусить. Посмотрите, сколько места. Блин, по-моему, эта тачка клевая. Тут еще три турбины воздуходвор. Блин, да она клевая, тут робот, вау. А багажник, да, кстати, багажник мне не важен. Что я там буду возить, максимум, что кальян и всякие бутылки для, там, пепси-колу, что-нибудь такое. Блин, да клевая тачка, диски даже менять не надо. Вау, ее чисто нужно прокачать. Все, мы ее покупаем. Я ее сам купил, а... Я ее купил или... Я думал, что я ее купил. Ой, блин, ну я не знаю. Может быть, позвонить папе, спросить? Сейчас, наверное, наберу ему, спрошу. Алло. Пап, привет. В общем-то, я приехал в автосервис. Тут ничего особого нету. Тут Рено Логан, Volkswagen Golf. Но то, что, блин, у меня же... А можно, пожалуйста, Мерседес я куплю? Он недорогой, он 300 тысяч стоит. Ну как, зачем нужно? Почему? Да я буду за ним ухаживать, честно. И, да, и масло буду заливать, да? Все, папочка, спасибо, я тебя люблю, обожаю.
Так, ребята, все, мне папа разрешил покупать так. А, извините, я куплю у вас Мерседес. Хорошо? Можно завернуть мне, пожалуйста, в подарочную ленту одну штучку. Один Мерседес Бенц белого цвета, окей? Окей, блин, вот это я счастливый сегодня! Я становлюсь обладателем новенького Мерседес Бенц. Вау, вот это топчик. Ладно, блин, она такая клевая. В общем, ладно, я покупаю, садимся в эту... А, я не могу сесть, пока не куплю. В общем, все, вау, я купил. И можно сесть, вау, я сел за руль новенького BMW. Посмотрите, какой он клевый. Это что у него за стучки? Я такого не видел никогда в машинах. Я не видел таких лепестков. Блин, как клево у него крутится руль. Все такие переключалки. Вау. Блин, как же клево в этой тачке. А можно на ней сзади посидеть? Или хотя зачем не знать, тут колонки большие, воздуховоды. А какой клевый спидометр, это дисплейный спидометр, вау. Обалдеть, просто какой клевый руль, большой магнитофон, бардачок большой, вау, сколько всего интересного. И кожаный салон, и коврики новые, все чистенько, блин, моя новенькая тачка. Вау, ребят, блин, я просто в шоке от эмоций. Я никогда не ездил на такой крутой BMW, как у меня сейчас есть. Но она реально крутая, посмотрите, гляньте. Гляньте, это реально клевый BMW. Блин, стоп, вот посмотрите на это лицо, на эту мордочку, посмотрите на это. Посмотрите на это. Сейчас, дайте мне выйти из тачки. Дайте мне выйти из тачки, пожалуйста. Так. Посмотрите, так, где я дверь закрою, посмотрите на нее. Да она просто шикардос. Она шикарная. Она шикарная во всех планах. Посмотрите, йоу. Она мне безумно нравится, все, надо безумно сейчас быстро ехать в гараж к пацанам, чтобы они мне сделали ее максимально быстро, и я поеду к девчонкам и куда-нибудь сейчас буду кататься. Вау, просто, давайте-ка кружочек мотанем вот тут, возле магазина. Блин, это моя любимая теперь тачка будет, вау, просто супер, ребят, зато обязательно лайк поставьте. Но она едет как-то, блин, тупо, вообще не мощно, фу, надо быстрее ехать, уже менять движок, и сейчас все мы сделаем, затонируем ее, чтобы по кайфу было. И просто будет топчанский. Где у нас тут наш механик находится, живет? Как у него там дела? Блин, да она клево, что-то ее заносит. Блин, Мерседес, не подводи меня. Не позори меня, блин. Клевая тачка, я ее люблю. Это моя любимая тачка теперь будет. Вау, я просто в шоке от того, какие бывают клевые машины. Вот реально видно, что над тачкой постарались. Но единственное то, что вот аквариум мне вообще не нравится. Поэтому бегом, пока меня не стошнило. Бегом в автомастерскую к пацанчикам, к Жорику. И быстрее пускай мне сделать тонировочку. И все такое. Так. Блин, а что с ней можно сделать? Может быть ее перекрасить в красный? Блин, не знаю, ребят, что-то меня выгнали абсолютно из гаража и говорят, сейчас нельзя перекрасить, краски нету, я не знаю, что делать. Может быть, тогда в следующей серии мы вместе с вами ее и сделаем, как бы, блин, я не знаю, сказали приехать пока в кар-сервис и сказали починить, у меня с мотором какие-то проблемы. Я не знаю, я вот сейчас приехал вот сюда и взглянем, что мне смогут сделать с тачкой, я даже не знаю. Блин, я немножко огорчен тем, что... автосервис сказали, надо ехать чинить. Ну ладно, ничего страшного. Поэтому, ребят, обязательно подписывайтесь на канал, жмите пальцы вверх, комментируйте мой ролик, пишите свои комментарии, нажимайте на колокольчик и обязательно подписывайтесь, потому что, я объясню, 50% моих роликов смотрят без подписки, то есть каждый второй смотрит и не подписывается, поэтому подписывайся прямо сейчас и жди моих новых крутых роликов, блин, потому что все будет супер класс. А кодовое слово будет 1-1-3-2. Кто напишет 3-2-1? 1-3-2, да. Кто напишет 3-1-3-2? Вот, да, вот кто напишет 1-3-2, тут обязательно попадет в следующий ролик. Поэтому вот такие вот дела, ребята. С вами был Личи. И всем до скорых встреч, дорогие друзья!